Добрый день всем! Сегодня мы будем приготовить люля-кебаб. Для этого рецепта нам нужно 2 килограмма телячьего мяса. Я взяла, перефаршировала. 500 грамм, можно 600 грамм курдук баранина. И 500 грамм грудинка. Все это через мясорубку я перекрутила, чтобы ваше время зря не взять. Берем большой тазик, ложим туда перекрученное мясо, добавляем туда фарш, курдук и добавляем туда лук. Лук нужно перекрутить через мясорубку, обязательно нужно через сито, чтобы водичка ушла с него. А если с водичкой, она может развалиться, в шампурах держаться не будет. Таким образом выжимаем, чтобы с него все сок ушло. Если сок, она очень так жидко получается и в шампурах плохо держится. Поэтому для люля-кебаба обязательно лук так через сито пропустить. Все положили. Теперь нужно добавить соль. Соль тут у меня 3 килограмма весь получается, обычно где-то 60 грамм я добавляю, но соль можно по вкусу, по вкусу я добавляю, потом перепробую, кто соленый любит, кто без соленый, поэтому, примерно 60 грамм, но там уже по вкусу, и нужно добавить где-то, чайную ложку черный горький перец. Все, больше ничего мы не добавляем. Получается люля-кебаб очень вкусный. Теперь осталось его очень хорошенько долго перемешать. Фарш мы мешаем голыми руками, перчатку не одеваем, потому что мы его для себя делаем. Мешаем очень долго, прямо, чтобы она фарш была прямо прилипалась в руку, чтобы не упала. Столько нужно мешать. Наш фарш на люля-кебаб 1 час настоялась в холодильнике. Все, теперь будем одевать в шампурах. Нужно, чтобы шампуры были широкие, тонкие шампуры. Плохо держится. Могут тогда упасть, поэтому всегда нужно брать широкий шампур, и чтобы они были холодные, горячие, чтобы не были, тоже плохо держится, если шампур если горячий. И соленую воду так делаем, таким образом, когда одеваем шампур, руку всегда нужно намочить. Таким образом нужно продавливать, чтобы воздух там не остался между шампурами и между фаршем. И руку, чтобы соленой воды обязательно нужно намочить. Чуть-чуть